Поделюсь с вами радостью. Заехали мы очень давние, хорошие знакомые, подписчики, талантливая швея, замечательный муж у нее. Сейчас покажу это святое семейство. Проехали они 4000 километров. Ну, на моря, чтобы отдохнуть. Умнички, я рад, когда у людей все получается. Ну и посетили наш храм пообщаться. Сейчас и будущие мамочки. Вот он, супруг наш и сыновья, мужики. Скажите пару слов. Мы давно узнаем батюшку, мы с ним дружим. И с удовольствием давно, уже 2 года назад хотели приехать, но не получилось. Получилось в этот раз, мы очень рады. И мы очень рады. Умничка. Тебе все понравилось? Да, все замечательно. Молодцы. Хорошее у вас здание, как ваше новое. Да. Стройка. Замечательно. Ну, спасибо, Вася, вам ангела-хранителя в дорогу.